Вас на волнах радиостанции «Беларусь» в эфире программа «Ночной дивертисмен». У микрофона Марина Драгина. В студии мне сегодня помогает звукорежиссер Евгений Калечет и встречаю гостя нашего большого эфира. Итак, приветствую в студии Ирину Котлейскую, художественного руководителя группы «Акана». Здравствуйте, Марина. Я думаю, что самое логичное всегда... Очень увлекаюсь разговорами, люблю поговорить о ночном эфире. Но сегодня все-таки, наверное, сначала мы представим музыку группы, а потом уже будем беседовать и будем возвращаться к музыкальному материалу. Да.